А чего ж вы не садитесь? А не извольте беспокоиться. А у нас в нынешнем году славная опера. Немножко. На фортепианах. Преимущественно на валторне. Не знаю, отчего она мне сразу не понравилась. Она очень-очень милая девушка. Смею ли я вас просить? Что-с? Я говорю, что я не знаю, смею ли вас просить. Ободрите же, пожалуйста! Да что вам угодно! Дайте послушать. Но я, права, сегодня не в голосе. Пожалуйста. Ради вас. Ради вас. Она сказала ради вас, ради меня. Я ей понравился. Да это прелесть, а не девушка. Только вы меня аккомпанируйте, пожалуйста. У меня тут новый романс. С удовольствием. Отдыхает, поет весенний соловей. И что он песню выражает, что тайна всем волнует кровь. Скажи, скажи, какое слово знакомо всем вечер. Свели. Я сойду с ума, если не позволите надеяться. Как надеяться? А вы разве ничего не знаете? Нет. Вы не знаете того, что... Влюблен в вашу матушку? Влюблен, совершенно влюблен. Ица, я буду самым... Желаю себе счастье. Ну, а кто же не желает себе счастья? Так вот, вот, может быть, вы не желаете моего счастья. Чего же, помилуйте. Как? Вы желаете моего счастья? Ну, разумеется. Так я могу надеяться? Ну, я во всем завишу от маменьки. От маменьки? Да в сторону маменьку.